Боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал олимпийскую лицензию. Квалификационный турнир в эти дни проходит во Франции. Чтобы гарантировать себе участие на Олимпиаде, Гаджимагомедову необходимо было выйти в полуфинал турнира. Дагестанский спортсмен с этой задачей справился, выиграв сначала у француза Вильфрида Флорентина, а затем в четвертьфинале у Азиза Мухидина из Италии. Напомним, что Муслим Гаджимагомедов выступает в весе до 91 килограмма. Он является трехкратным чемпионом России, победителем Евроигр и чемпионом мира. Ранее олимпийскую лицензию в боксе завоевала Земфира Магомедалиева, а также еще один дагестанец Альберт Батыргазиев, проживающий в Ханты-Мансийском автономном округе.